22 ноября в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что неизвестными вооруженными лицами совершено разбойное нападение на продуктовый магазин. В продуктовый магазин на улице Ключевой ворвались двое мужчин в масках. Один из них держал предмет, похожий на пистолет, у второго в руке был складной нож. Угрожая расправой, они похитили денежные средства, спиртные напитки, продукты питания и мобильный телефон, принадлежащие индивидуальному предпринимателю. Тщательное изучение улик, оставленных злоумышленниками, позволило оперативникам определить направление розыска. Благодаря грамотным и слаженным действиям сотрудников полиции, лица, подозреваемые в совершении преступления, были задержаны по горячим следам в городе Горно-Алтайске. Ими оказались житель города Горно-Алтайска 1987 года рождения и житель Чемальского района 1992 года рождения, ранее судимые за совершение аналогичных преступлений. У злоумышленников были изъяты пневматический пистолет и складной нож. На что задержаны сотрудниками полиции? За разбой вооружений. Совершил преступление, просто не знал себя чё, конечно, но ограбил магазин. Очень сильно раскаялся. И предположаю, что в будущем так не буду делать. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия. В санкции данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые уже признали совершение преступления. В настоящее время судом им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.